Очень тяжелая была игра, к сожалению, на плохом поле, но мы победили. И спустя 27 лет Александр Цыганков помнит, как волновался перед выходом на поле в первой для себя игре за крылья Советов в городе Калинин. Об истории успеха самарского футбола проставленный спортсмен и тренер может рассказывать часами, но в библиотеке такая встреча – дебют. Познакомиться с легендой крыльев пришли школьники. Активное строительство спортивных площадок во дворах и около школ дает новое дыхание для самарского футбола. Но необходимо подтягивать и тренерский штат, считает Александр Цыганков. На площадках действительно кипит жизнь, и это хорошее дело. Но у нас еще, к сожалению, не хватает больших стадионов, которые оборудованы в полном, и квалифицированных кадров. Чисто футбольных тренеров больше готовит Москва, Волгоград. Один из крупнейших и самых красивых в стране стадионов строится. После чемпионата мира Самара-арена должна стать домашней площадкой для крыльев Советов. Подготовку к предстоящему мундиалю начали и юные самарцы. Вика Световская занимается в спортивной школе, мечтает построить профессиональную футбольную карьеру. И, конечно, увидеть игры мирового уровня в родном городе. Билеты, наверное, уже распроданы, я не знаю даже. Нет еще. Значит, не знаю, придется подкопить. Копить собираются не только деньги на билеты, но и знания о футболе, чтобы не уступать в эрудиции иностранным болельщикам. В матче викторине отвечать пришлось на вопросы о правилах игры и об истории. Как называли футбол в России в 19 веке? Наш мяч, английская игра на воздухе. Да, ответ правильный. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.